Вітаю, дорогі українці! Знаходимося на підприємстві з виробництва зламостійких дверей та сейфів компанії «Моноліт». Сьогодні в нас на огляді наші найпопулярніші моделі сейфів. Це сейфи, які в нас значаться як «Моноліт стандарт». Але сьогодні я розповім, у чому полягається наш стандарт і чим він відрізняється від інших виробників. В первую очередь, то, что приходит на ум при слове «стандарт», может показаться, что это какое-то либо среднее решение, либо это может даже показаться какое-то решение ниже среднего, в которое нужно что-то доплатить, что-то доложить, чтобы оно стало условно топовым. То у нас это работает совершенно по-другому. В наши стандарты уже заложены максимальные защитные свойства и качества по сравнению с другими производителями. Ну, для сравнения, возьмем, допустим, лицевая стенка на наших стандартных сейфах. Это 8-миллиметровый листовой металл. Специальный фибробетон, который мы тоже отработали технологию производства этого фибробетона. Это бетон, бетонная смесь максимальной прочности, в которую дополнительно добавляется специальная металлическая стружка, назовем ее фибра, которая, в свою очередь, не позволяет бетону расколоться при максимальных нагрузках. То есть эта фибра, она его связывает. То есть мы имеем 8-миллиметровый лист, за ним армированный фибробетон, который в таком массиве дает колоссальную защиту. Затем идут 12-миллиметровые каленые пластины, и лишь после этого идет уже ригельная система, сейфовые блокираторы. То есть все защищено максимально. Все замки ригельной системы используются только фирменные. Мы применяем фирменную ригельную систему Lagard, это американская компания, которая делает надежные ригельные системы, замки, ригельная система Lagard. Сейфовый блокиратор, как правило, электронный сейфовый блокиратор. Это также сам блокиратор Lagard, клавиатура, либо Kaba Mauer, либо также Lagard. Это также очень надежный сейфовый блокиратор, который не только нельзя, скажем так, каким-то мастер-кодом подобрать, нельзя там подключить какой-то, скажем так, как в фильмах показывают, ноутбук и его взломать, но при этом он имеет высочайшую степень надежности, так как за вот такими толщинами мы должны понимать, что есть обратная сторона секретности, это ее надежность. То есть если мы там нагородим какой-то ноунейм замок, и при этом этот замок перестанет работать за такой толщиной, то в первую очередь это неудобство создаст своему хозяину, то есть именно данный запирающий элемент. И, как правило, вот, допустим, в домашнем решении сейфа достаточно одного такого сейфового блокиратора. Элемента питания хватает минимум на год в условиях, домашних условиях использования. Если вы его будете открывать там не более там, чем 5 раз в день. Элемент питания меняется с внешней стороны. То есть, если даже батарейка просела, вас долго не было дома, то можно всегда как бы с внешней стороны заменить элемент питания. Блокиратор не потеряет секретности, он дальше продолжит работать, как и работал. Вот, допустим, серийные сейфы, как правило, внешний лист, внешний корпус идет, как правило, 2-3 миллиметра металла. С чем это связано? Это связано с тем, что оборудование для серийных сейфов, как правило, не может обрабатывать толщину металла более чем 3 миллиметра. Они вынуждены ограничиваться тем, что у них позволяет оборудование, и корпус, как правило, выполняется это максимум 3 миллиметра металла. У нас же идет 5 миллиметров и дверца 8 миллиметров. Это совершенно уже другие нужны усилия. То есть это тот материал, который уже нельзя разорвать, нельзя, скажем так, если по нему колотить кувалдой, он не поддастся деформации. Также и по толщинам бетонной смеси. Она, как правило, тоже там не превышает 30 миллиметров, максимум 40 по корпусу. То в нашем случае это 65 миллиметров фибросмеси, армированного фибробетона, который тоже, в свою очередь, в таком массиве не допускает никакой деформации. То есть время его бурения, то есть гораздо будет выше по весу сейфов. Вот наш даже самый маленький сейф, его вес более 200 килограмм. То есть вот такой малыш, он весит там, как правило, там 220-230 килограмм. Если сейф среднего формата, то это уже вес там идет более 300 килограмм. То есть естественно, что может показаться, что этот сейф очень тяжелый, зачем мне такой тяжелый сейф. Сейф на себе не надо будет носить. Его один раз привезли, установили, и все, он будет стоять 10, 15, 20 лет. В то же самое время, что может показаться, что такой тяжелый сейф не обязательно крепить, его не унесут. Хоть он будет весить 300, 400, 500 килограмм,
Если будут знать, что там лежит, поверьте, его вынесут. Вынесут, выбросят в окно, увезут куда-то машиной, и там уже с ним будут разбираться где-то в чистом поле. Поэтому обязательным условием всегда нужно сейф крепить, сколько бы он ни весил. До тонны сейфа обязательно нужно крепить. Качество изготовления у нас постоянно на высоком уровне. У нас это отработанная технология изготовления, сборки, монтажа этих сейфов. Для нас это не то, что как бы изобретаем велосипед для вас. То есть это полностью отработанные модели, которые, в свою очередь, по сравнению с любыми серийными сейфами, то есть здесь нет как бы даже и близких аналогов, с которыми их можно сопоставить по толщинам, по уровню защиты. Если вам будут нужны действительно серьезные сейфы, то Monolith Standard – это сейф, который будет неприступен для воров, для мародеров. Если вам будут нужны такие сейфы, обращайтесь, с удовольствием их изготовим, доставим и произведем монтаж. Мы находимся в городе Киеве, улица Вискозная, 3Б. Приезжайте, делайте ваши заказы. Всего доброго, до свидания.